Они сейчас поставили задачу своему правительству дать экспертную оценку о возможности передачи в дар, а это очень важно, то есть как один из опций, передачи в дар своих грипенов украинским войскам. А это значит подготовка и целый комплекс мероприятий под эту задачу. И в ближайшее время эта экспертная оценка будет, а уже есть некоторые положительные моменты, те, которые появляются в информационном поле. То есть как только уже эти моменты дают возможность нам надеяться на то, что мы грипены можем в дар получить после того, как Швеция будет принята в НАТО, и их пространство будет закрыто. Грипены шведам уже будут просто не нужны. И вот они могут с нами ими поделиться. Там реально их произведено больше 250 штук, а реально больше сотни штук, в принципе, шведы могут нам передать.